Здравствуйте! Сегодня мы находимся на детском празднике и с юными участниками мероприятия мы продолжаем разговор по-взрослому о взрослой жизни. Если бы ты завтра стала взрослой, что бы ты сделала? Я бы пошла на собеседование. На собеседование какое? По работе, что ли? Не знаю. Ну, по работе? Ну, по работе. Я не знаю, на какую работу я бы пошла. А что такое пенсия, ты знаешь? Кого? Пенсия. Да. Что это? Это когда вот ты работаешь, ты не работаешь. Вот это пенсия. А что такое свадьба, знаешь? Ну, да. А что это? Ну, что? Ну, что там происходит на свадьбе? Ну, потом женятся. А кто женится обычно? Муж и жена. Муж и жена? Угу. А после свадьбы они что делают? Ну, целуются. А что такое свадьба? Свадьба – это мероприятие, где женщина и мужчина женятся и становятся мужем и женой. А зачем им это надо? Ну, чтобы потом детей иметь. А ты была хоть на одной свадьбе? Да. Что там происходит на свадьбе? Там невеста кидала букет. Зачем? Ну, потому что тому, кому прилетит этот букет, тот станет следующим, ну, новоженым или как это называется. А деньги они обычно куда тратят? Честно говоря, они хотят в магазине. А что обычно покупают? Хлеб, леденцы. Почему женщины не бреют лицо? Потому что у них нету бороды. А мужчины почему не красят ногти и губы? Потому что они не девочка, а мальчик. Ну и что, красивым же всем хочется быть? Потому что смеяться будут на работе над ними, то, что они накрасились. В чем смысл жизни? Смысл жизни в том, что надо радоваться тем, то, что ты умеешь, то, что ты живешь, то, что ты сначала ребенок, потом взрослый. А когда ребенок становится взрослым? Ну, он до 18 лет ребенок, а потом становится взрослым, самостоятельным. Самостоятельным? Да. А что такое самостоятельность? Ну, когда он может делать какие-то действия, но без родителей. Ну, ты бы хотел стать взрослым? Нет. Почему? Потому что детям все разрешают. А женщина должна быть умной или красивой? И умная, и красивая. А мужчина? Тоже. А как понять, умный мужчина или не умный? По характеру. Каким образом? Ну, хорошо себя вести, не курить. У тебя получается через год получать паспорт, ты уже, получается, будешь взрослым? Не совсем, средний. Паспорт получишь, что будешь с ним делать? Дома будет лежать. Разговор о взрослой жизни мы продолжим через неделю в это же время.